Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Дукит, канал World of Games, и сегодня поговорим о такой ошибке, как 140 DLL. Данная ошибка выскочила у меня при запуске лаунчера игры PUBG Lite. Вот. Что нам нужно сделать? Нам нужно скачать программу Network, ребят, с Microsoft. Хочу сразу уточнить, скачивать сразу лучше две версии, это 64 бита и 32 бита. Скачать вы можете как с официального сайта, так же вы можете скачать с Яндекса. То есть мы с вами забиваем, допустим, Network 64 бита скачиваем и потом устанавливаем. И скачиваем сразу с вами, ребята, 32 бита и также устанавливаем. После чего нам нужно будет по возможности перезагрузить компьютер и заново запустить. В данном случае у меня как бы ошибка эта пропала, у меня все работает, сейчас я вам покажу. Вот, все запускается, то есть я открываю, никаких проблем нету. Поэтому, ребят, хочу опять уточнить, что советую вам сразу скачать обе версии. И скачивать это, ребят, надо с официального сайта Microsoft. То есть скачиваем 64 бита и сразу версию скачиваем 32. И обе устанавливаем. Перезагружаем и заново запускаем. То есть у нас все должно работать, не должно, а все будет работать, ребят. Также данная ошибка вылазит не только именно вот в этой игре, и я знаю, что сталкиваются некоторые в других программах, то есть при запуске других программ она выскакивает. Это связано с тем, что либо у нас старая версия нетворка, либо какие-то файлы повреждены, поэтому если у вас нету, то скачивайте сразу две программы, вернее на две версии, это 64-32, либо обновляйте, ребят. Кому это помогло, ставим лайки. Ребят, не забываем подписываться. С вами был Дукит, канал World of Games. Все, ребят, всем до свидания.